Всем привет! Есть у меня вот такая заготовка для ножа. Это клинок компании Хелли для ножа Викинг. Упаковка очень простая. Такой карманчик из картона с надписью Knife Blade, компания Хелли. Вон там клиночек внутри. Давайте его достанем. Он идет уже в масле, так как сталь здесь ламинированная, углеродистая, его вскрывают маслом, чтобы в процессе хранения клинки не ржавели. Хвостовик и сам клинок имеют какое-то черное покрытие. Я так понимаю, это покрытие, которое осталось после закалки стали. Давайте померяем габариты клинка. Итак, длина самого клинка 110 мм, длина хвостовика 105. Так, и ширина клинка примерно 21 мм. Толщина клинка в обухе довольно-таки приличная, около 4 мм, чуть-чуть меньше, примерно 3,7. В характеристиках на сайте производителя так и написано: толщина 3,7 мм. Есть у меня вот такая заготовка для рукоятки. Это орех. Хочу сделать этому клинку с него рукоятку. Также есть вот такая сувенирная латунная монета. Хочу с нее сделать больстер для этого ножа. Она очень хорошо подходит по толщине и по диаметру. Но перед тем, как начинать работать, монету нужно пошлифовать с обоих сторон. Итак, приступим.